Ребят, привет всем. Разыграл на основном канале вот такую монетку из музея. Кто смотрел, как я был в Кракове. Вот сейчас отправим эту монету победителю. Это я прям купил ее в музее. Вот. Приобрел. Это будет такой вот оригинальный подарочек, сувенир из Польши. Еще постараюсь найти оригинал и, может быть, даже сравним с оригинальной монеткой. А сейчас я обещал показать, сравнить эту монету с оригинальными польскими монетами. Вот я на аукционе Violety приобрел оригинальную польскую монетку, именно гроши. Сейчас я покажу, как они выглядят. По стоимости там вышло всего лишь 200 гривен за две монеты, но я думаю, довольно это прикольно, потому что на самом деле монеты сами по себе оригинальные, интересные. Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, причем, конечно, прикольно, когда в Польше продаются и сувениры, ты покупаешь сам лично в музее, это как такое воспоминание тебе о мероприятии, о том музее, который ты посещал. Но когда ты покупаешь вот такую историческую вещь, немножко по-другому воспринимается она. Вот, собственно, так выглядят настоящие оригинальные монеты, гроши. Видите, с королем. Очень тоненькие, просто они тонюсенькие, как пластиночка такая. Вот у нас одна. Там 1600 года. Я покажу сейчас вставочку. И вот вторая. Конечно, супер-супер тонкие. И состояние такое... Ну, состояние обычное. Конечно, на фотографии они смотрелись прям вообще совсем идеально. Ну, такие тоненькие, прикольненькие гроши. Конечно, если сравнивать с теми, которые в музее покупались, там, конечно, очень здоровые, большие. Здесь гораздо поменьше, потоньше. Но тоже интересно, как вот выглядит, собственно, оригинальная монета. Давайте покажу поближе вам. Конечно, продавец очень хорошо их сфотографировал, что действительно прям отличается вот такой вот формат из посылки от тех, которые, собственно, на фотографиях. В любом случае, советую заходить на Violety, приобретать себе интересные монеты. Действительно, это кусочки истории, вы себе в коллекцию кладете. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайк. Всем пока.